Hey, yo, guys, с вами Шимики, мы продолжаем пройдите игру под названием SpongeBob SquarePants и восстание роботов. Окей, я дошел до того момента. И знаете, что мне за спиной? Угадайте, что мне за спиной? Вы угадали, это кнопка. И что же она сделает? Но мне почему-то кажется, что она просто уничтожит. А, там фиолетовые, вы видите? И... Окей. Так, у меня был... Так мало? Fresh, like a spring breeze. Так, ребята, теперь остается это все равно загадкой, потому что... I feel like a new sponge. Он батут создал. Носочек здесь, ребята. Носочек для Патрика. А нам Патрик его как раз обменяет с вами на что? У нас как раз 9 носков. 9 носков, кажется, это у нас одна золотая лопаточка. Блин, походу, мистера Крабса, вот не знаю, давать мне 9000, или лучше оставить на что, ребята? Up for a game of SpongeBob. Оставим их все-таки, наверное, на этот. Как он называется, блин, забываю постоянно. Ладно, не суть. На открытие каких-то бонусных локаций. Те же, допустим, крыши. Хотя, мне кажется, тут за определенную локацию можно все-таки заполучить, если все собирать, все искать. Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь. Так, я все-таки здесь лопатку не нашел. И здесь я не нашел. Но тут, скорее всего, Сэнди мне нужна была как раз. Здесь у нас тоже, в принципе, такая же херня и дохера носков. А вот носки я даже не знаю, где искать. Ладненько, что у нас дальше? Том. У нас лопаток 18. Давайте по очереди, я думаю. О, там летучий голландец, я вижу, корабль есть. Полицейская бухта. Дом Сэнди. Ну, погнали на пляжик, думаю. Сегодня у нас, ребята, пляж. Отдыхаем, песочек. Как говорится, лето не проходит зря, да? Липуга лагуна. Залитый солнцем злистый пляж на дне морском. Но в этом раю неспокойно. Так, там новые враги у нас появляются. Так, вы можете использовать пузырчатый... Так, все, это я понял. Че, там была вода? Стоп. Что? Там реально была вода, я ее не заметил. Да, тут реально была вода. Так подождите, это можно назвать водой? Это ж лужа. Ага. Этот робот называется Мусоном. Опасайтесь его атак электричеством. Вон оно как работает. Окей.
Ну, я смотрю, он их может много довольно испускать. Когда я говорю много, это значит очень много. Губка Боб, я сильно обгорел. Выглядишь немного красноватым. Вот Блять, тупые комары. Вот ведь усаннога. Это все из-за этого чертова робота. Роботов? Ага, огромный робот украл у всех солнцезащитный крем. О нет, все сгорят, а потом начнут чесаться и шелушиться. Именно, без солнечно-защитного крема нельзя заваляться и на пляже весь день. Солнце слишком уж шпарит. Робот где-то на острове, никто не может до него добраться. Губка Боб, может тебе удастся использовать отражатели и направить его на робота солнечного луча. Если нажмешь кнопку сбоку на вышке, спасательный включает отражатели. Ага, то есть сейчас уже начнется типа головоломка. Соединение всех вышки со светом попадает прямиком на большой отражатель на острове. Тогда тебе останется просто доплыть до острова и направить большой отражатель на робота. И я останусь здесь и защищу крошек. Но я не умею плавать. Ну, Сэнди, по идее, должна уметь плавать. Как я понимаю. Pushing a simple button is the most satisfying. Push, 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 push. Надо остерегаться луж, ребята. Потому что луж они убивают. Ну слушайте, здесь как бы локация не такая уж большая. Беру свои обратно. Надеюсь, здесь нету последовательности, в какую сторону поворачивать. Есть. Но оно автоматически, видите, делается нормальным потом. Ага. Правильно. Отлично. Птички. Вы можете попасть на остров с причала на другом острове морского пещеры. Я понял. Только не это. Шарики припали. И дети не могут ими управлять. Даже не знаю, мисс Пап. Похоже, им очень даже весело. Да. На мой вкус слишком уж весело. Ты же не можешь спасать детей, сбив пузырчатый прыжком. Каждый раз их... Так, и шаров. Сбей пузырчатый прыжком все шары, а потом возвращайся за наградой. Вас понял, мисс Пап. Куда не зайти. Так, подожди. Пять детей.
Somehow I don't think he needs a hand. Сложно. Бля. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. А ты на Да блин, комар, иди в сраку. Что меня ударило? Не... Тупые комары. Не, для начала нужно с Спанч Бобом все это сделать. Ох ты ж черт. А детишки, я смотрю, веселятся в полную. Главное не упасть в воду. Так, не туда, да, нужно же попасть. Ништяк. Мой герой, ты спас детей, держи в награду золотую лопатку. Golden Spear. Так, а теперь можно валить отсюда нахер, с этого участка карты. Нафиг, для игры, которая не выдвигает так уж много FPS-а, она довольно платформергическая. То есть платформер довольно такой легкий. Так, а теперь мне интересно за Патрика вернуться обратно. Потому что там были участки, где я могу арбузы метать. Нет! Не усерезли. Не-не, ради носка это делать. Это все заново. Черт. Ну слушайте, у меня почти получилось.
Если бы только не последняя платформа. Я пытаюсь это делать осторожно. А вот почему я тогда еле допрыгнул. Он наоборот в бок уезжал. А я тут думаю, в чем проблема? Вон она, оказывается, в чем. Так, теперь нужно понять, как до туда бежать. Блин, а я думал, я могу в любой момент переключаться между Сэнди и Патриком. А что за дракончик, мне интересно? По звукам это тоже робот. So shiny. Ага. Ясно, понятно. За носком я смогу попасть с помощью прыжков. Чел, иди сюда быстрее, пожалуйста. А я... Или допрыгнул. Задумано, задумано. Мы ж хотим достать носок для Патрика. Хотим. А значит, нам нужно сделать все красиво. Вот и все. Гонка Боб, говорю, ты собираешь золотые лопатки. Так есть, Бабл Бабби. Собираю, ты их где-то видел? Ну да. У нас было совершенно по строительству печатных замков, и кто-то украсил сверху свою золотой лопаткой. Будь у меня замок, я бы назвал его Форт Котлеттинс 3. И в Форте Котлеттинс 3 каждый понедельник была бы распродажа выпечки. Так вот, насчет золотой лопатки. А, наверху песчаная замка, точно. Ее будет легко достать. Возможно, тебе стоит самому попробовать. Агрим.
А вода прибавляется, да, каждый раз? Или нет? Да, вода прибавляется. Манать! Нихера себе. Перегонки, перегонки, так сказать. Класс, мне еще коснуло. Water rising. Must get to higher ground. I feel like a new sponge. Ну тут мне не Вэй Патрик нужен, как бы. Но вода ж сюда не достанет, так ведь? А, она еще опускается потом. Патрик нужен. Я могу тут сменить перца? Да, Патри, давай сразу утонем. Почему бы нет? Да. Oh, goody, another one. Вот и все. Изи. Seriously, Patricks, Patricks, what are you doing, Patricks? Why aren't you jumping in water? I don't understand what you didn't. Fuck. Yeah, boy. Yes, yes. I don't understand what you... Dirty, dirty, dirty. Pat... Dirty Patrick. Oh, мне туда. Точно. Мне точно сюда? Нет. Fucking bros. How many of these do I have to carry? Сколько же их мне нужно еще уничтожить? Не знаю. Главное, чтоб ты, Патрик, не упал вниз сам. Play as a whistle. Снова, снова, снова. Не, здесь пробок не нужен. Я лучше дойду, потом разберемся. Oh boy, oh boy, oh boy.
Я понимаю, что мне туда идти. Так, а теперь меня интересует, как попасть вниз и в нижней части, ребят, там, ну, вы видите, там есть что-то. Я не знаю, где я. Где я? Стоп, я тут... Да, я здесь был, тюфу. Я просто, походу, сюда просто не ходил тогда. Я понимаю, что я делаю это все ради лопаточки. Я ее уже вижу. Убой, убой, убой. Ну, вы видите, платформер довольно легенький. То есть ты прыгаешь, ты осознаешь, как правильно прыгнуть, чтобы манать мне бежать сколько обратно. Не, лучше губку Бобу возьму. Пока что, пока что. Патрик тоже не умеет плавать. Ну, губка-боб, он хотя бы немножко повыше прыгает. Молодец, губка-боб. А, это сейчас заново проходи, да? Ну ладно, в принципе, здесь сложного ничего нету. А слово ничего, ничего. Пойдешь, пушки тут тоже нету? Да, пушку я уничтожил, это хорошо. Все, мост. Погнали. Что нас там ожидает? Hello, Gary. Привет, Гарри. Что новенького? Мяу. Да что ты говоришь? Сквидвард купил новый свитер. Ох, он такой чудак. Мяу. А в конце этой пещеры меня ждет золотая лопатка. Вот это да! Ах, немного... Я понял. Тут нужно уровень смотреть по колесикам. Так, отлично. Халявный носок.
pushing a simple button is the most satisfying. Push, 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 push. Воу-воу-воу-воу! Я успел, успел, успел. Так, туда я не попаду сейчас, туда я тоже не попаду пока что. Так, мне главное, чтобы я ничего не упустил по пути. О, ты только по встрече Гутабокса. Пещерный Губка Боб. О, пещерный Патрик. Только так достать могу. Слишком много чекпоинтов. Это плохо на самом деле. Fresh, like a spring breeze. Напади, я носки все нашел здесь. Блин, жалко, что они пишут, сколько носков всего я тут находил. Мне кажется, для финального чего-то мне нужно будет много носков. Нихера там парк развлечений. Так, чекпоинт и заканчиваем. Хотя... Ну что, ребят, я думаю, в принципе, на этом мы сможем с вами закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.